Бурятия сделала ставку на туризм. С 2011 года республика реализует 4 крупных кластерных проекта. В Кяхтинском, Иволгинском, Тункинском и Кабанском районах строят торговые центры, гостиницы и рестораны, реставрируют музеи. Сегодня главы этих районов отчитались о проделанной работе. К примеру, глава Тунки пожаловался на нехватку земли. Мы сегодня действительно такие вложения сегодня делаем, и туристская экскурсионная зона Тункинского района, она так благоприятно для пребывания наших туристов. И я думаю, что на таком пятачке, как местности Вышка, ну, нерентабельно. Зампред правительства пообещал решить все вопросы, а также выразил благодарность за проделанную работу всем участникам. Александр Чепик дал команду не расслабляться. Поэтому мы сегодня подводим итоги этапа, первого этапа реализации федеральной целевой программы 2011-2014 годы. И хочу сказать, что когда мы только начинали, по поручению главы Республики Бурятия подавали свои заявки в федеральную целевую программу, никто не верил ни в республике, ни в Российской Федерации, что мы можем вообще реализовать хоть один участок. После подведения итогов заместитель председателя правительства Бурятии и китайские бизнесмены подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Согласно документу, заграничные партнеры вложат более 2 миллиардов рублей в строительство логистического центра и международного торгового комплекса в Кяхте. Проект планируется реализовать в течение 2 лет. Елена Темникова, Евгений Павлов, Новости дня.